После того, как в американской прессе был обнародован черновик документа Верховного суда США, отменяющего решение 50-летней давности о безоговорочном праве женщин на аборты, тысячи американцев вышли на демонстрации против готовящихся нововведений. Члены правящей демократической партии поддержали протесты граждан. Те лидеры республиканцев, которые пытаются использовать закон против женщин, мы говорим, как они смеют. Как они смеют указывать женщине, что она может делать, а чего не может делать со своим телом. СМИ отмечают, что утечки из Верховного суда США крайне редки. Найти и наказать виновных призвал лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл. В течение многих лет радикальные левые нападали на институт Верховного суда. Как раз в этот момент ведущие демократы начали публиковать дикие заявления о том, что может решить суд, наполненный нездоровой риторикой, которая может легко подстрекать и зажечь спичку. Утечка информации может привести к изменениям политического ландшафта в стране и смены риторики демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Не исключено, что отмена федерального закона приведет к запрету абортов в тех штатах, где у власти находятся республиканцы.